Всем привет, с вами я, Ксения Кузнецова, и сегодня я буду отвечать на ваши вопросы, потому что сколько можно уже копить вопросы, и пора на них ответить. Пять слов — это друга, тренер, веселая, опытная и лучший. Тренер, пожалуй, просто самый лучший. Да, меня очень бесит, когда меня спрашивают по 100 раз на дню об одном и том же. Но каждый раз я отвечаю, может, как будто более грубой степени, может, как будто более нормальной степени. Но просто, реально, если вы вдруг думаете, что это очень как-то грубо, я ответила, то извините, пожалуйста, потому что так они надоедают за все это время, что я вот снимаю видео, и что у меня стало больше подписчиков. Просто это в последнее время это просто бомба. А еще когда только появилось, это вообще все, пока, просто до свидания. То есть вот сейчас я выложу вот это видео, вы сейчас смотрите, и под ним сейчас тоже накопится комментарий. А что, Оскар не твой? Я отвечаю, 100% гарантия. Я бы очень любила фотографироваться, но одна дома. Потому что я очень стесняюсь, если я, например, хочу как-то сфоткаться красиво, и мы, например, это все-таки как-то воплощаем в жизнь, то это выглядит так. То есть я как обезьяна, у меня на лице просто то, что я улыбаюсь по-даунски иногда, это потому что я нервничаю и очень стесняюсь. Я не могу сделать нормальное лицо, только какое-то. Яблоки. Особенно, знаете, такие сластющие. Или фуджи. Фуджи просто моя любовь. Меня раньше, когда в школу брала фуджи, когда я была маленькая, мне говорили, что у меня яблоко больше моей головы. Да, я люблю кофе, но если я пью кофе, оно обязательно должно быть с молоком. Он должен быть обязательно быть с молоком, блин, прости. Короче, и он обязательно должен быть с молоком, потому что без молока я не могу пить. No. Но для меня каждая лошадь, она дает свой опыт в дальнейшей работе с другими лошадьми, возможно. Не знаю, от Хоббэйма есть же ребенок, от Тоги у меня же ребенок. Возможно, да, но... Это надо подбирать производителя, это надо потом опять растить. Но возможно, когда кобыла будет уже на закате своей спортивной карьеры, их можно покрыть, потому что кобыла — это беспроигрышная лотерея, которую ты покупаешь за свои деньги. Ты можешь от нее потом наплодить кучу себе лошадей. А если ты покупаешь жеребца немедленно, у тебя такая функция отсутствует в качестве жеребенка. Вот. Поэтому я пока не могу ответить на этот вопрос. Хотела бы я жеребят от своих кобыл. Не знаю. Они еще пока ничего такого не проявили, чтобы их... купили в ноябре прошлого года. Кросс, потому что там есть прыжки. Я не скажу, что я как-то очень близко контачу с какими-то коноблогерами, потому что меня почему-то вообще не ставят ни в какие рамки. Но общалась я вживую с Юлей, со Светой, с Лизой Плетневой. Еще я виделась с Дианой и Василисой на их сходке. Как бы они меня узнали, мне было так странно. Нет, Диана меня узнала, я просто такая, о, нифига себе. Привет Фариде Мардановой. Я думаю, Сеня будет против. Привет Соня Мяус. Канал я создать решила, не знаю, не помню вообще по какой причине, просто захотелось. Вот, я даже сама не заметила, как я изначально снимала видео, относящееся более к лошадям, чем, ну, обычный блогинг. И я такая, типа, да я же каноблогер, ура! Я думала, что я такая единственная. И вот, мой канал есть, моя группа есть, думаю, кто не рад этому, кто рад. Ну, а в общем, с вами была я, Ксения Кузнецова. Всем пока!